Рядом с жилым комплексом Хургада-Марина в Хургаде расположился самый большой известный рыбный базар города, который работает с утра и до позднего вечера, где всегда продается свежевыловленная красноморская рыба. Бычий глаз, да? Ну да. А почему бычий? А потому что глаза такие большие. Вот это вот харам. Харам. Вот это рыба из него, да? Да, нет, называется самый волки. А что она напоминает? Крысы напоминают. Это тоже местные красноморские кальмары. Да, красноморские кальмары ловятся на удочку ночью специальной приманкой. Попугай, да, рыбы-попугай вот такие тоже здоровые, разноцветные. Откуда? Варду сюда. Харей. Харей? Кулю? А, кулю харей. Я сам отвечаю на ваш силу попугай. Хамасташа. 15 фунтов хамасташа. Устрицы, лобстеры, все есть на рыбном базаре Хургады. Пури. Пури? Да. И бекем кило? Бекем пит? Ван. Ван кило. Вахда самака. Одна рыба стоит 5 фунтов. Причалы, расположенные сразу за забором Хургада-Марины, забиты рыболовецкими лодками. Часть из них работает ночью, часть днем и привозят рыбу в Хургаду. Здесь же идет выгрузка. Многие рыбаки ловят здесь рыбу под островом, недалеко от острова Шадван, примерно километров 20 отсюда. Там есть участки очень глубокие, где с водорослями, там местные рыбы. Также ловится с местной придонной рыбалки. Это шишаур, семейство императорских рыб, очень нежное вкусное мясо. Чуть-чуть обжарить, солнце. То есть рыба для жарки? Да, очень вкусно. Бекем вас кило? 25 фунтов, да. Блюдо под названием «Дары Красного моря». Только что выяснили, что килограмм тунца стоит здесь 12 фунтов. А прямо напротив базара работает огромное количество лавочек и магазинов, где также продается любая рыба и где ее тут же по вашему заказу могут приготовить. Красноморские лобстеры, которые живут в ванне, свежевыловленные. Ой! Ой-ой-ой! Страшно находиться рядом. Приумари? Пикамой? Приумари? Да, пикамой. Виорбаин? Виорбаин? Вон кило. Пан кило? Да. 120, да? 140. 140 фунтов стоит один такой лобстер. Один килограмм. А, один килограмм. Ну, а один лобстер сколько, кем кило? One kilo.